Значит, Мил Л, большое спасибо за донат. Без текста, просто ссылочка. Большое спасибо. Ария и трусы. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ой. Спасибо огромное. Так, а где видео? Какую психушку вы... Самое главное. Захват экрана. Захват должен быть вот этот с задержкой. Короче, вот они там трусы показывают, Сокол свою херню пририсовал. Ну, боюсь, что монтаж Сокола выглядит немножко кринжовее, чем... Какую психушку? Вы чё, угораете, что ли? Это вы кого вызвали? Вы чё, угораете, что ли? Какую дуру? Вы чё, угораете, что ли? Помните, я рассказывал вам... Монтаж Сокола выглядит немножко кринжовее даже, чем Ария с трусами. В коллективе Зло Продакшн и Алексея Смирнови, снимающим кинематографичные клипы отечественных метал-групп. Ребята выдают качество картинки топового уровня. Кто не видел мой ролик, ссылка в закрепленном комментарии. Недавно я увидел, что он на своей страничке в ВК запустил свой блог на Бусти. И сейчас Леха потихоньку насыщает его всем, что связано с его творческим видением. Он будет туда выкладывать кучу эксклюзивного материала, накопившегося за годы творческой деятельности. Это и ну хорошо, что дошел все-таки наконец-то. Арты, фото со съемочных площадок, в общем, все то, что раньше оставалось за кадром. Но, безусловно, эксклюзивный материал будущих разработок. У нас появилась реальная возможность поддержать автора и проследить весь путь от зарождения идеи до ее реальной премьеры. Все ссылки в закрепленном комментарии. Так, приветствую тебя, ищущий менеджмент группы... Бля, надо же, блядь, купить рекламу у Сокола, просто... Ну... совершенно сходит с ума. Ладно. Они просто спятили. Ну, просто посмотрите на это. Спасибо огромное, Балтийский Посад. Поездка не была напрасной, уезжаем... В очередной раз с трофеями. Вот они делают все, чтобы забайтить блогеров, чтобы их обсуждали. Это, с одной стороны, конечно... Ну, для Сокола это радость и счастье. Очень хитрый и умный ход, потому что, ну, как по-другому заставить говорить о группе? Надо как-то поддерживать интерес. Ария в этом плане вот у нас, можно сказать, из старичков, это первопроходцы. Они делают все, как западные звезды. Видимо, где-то что-то почитали, узнали и решили, типа, ага, вот он метод, рекламе нужно скандалы. Скандалы, интриги, расследования вокруг да группы нет, постоянно были. Бы может, у Дубинин-то совершенно нормальный, адекватный человек, а материт Житникова только для того, чтобы блогеры об этом говорили, чтобы группа была все время на слуху. Поэтому они выдумывают всяческие скандалы, всякие вот такие штуки, чтобы о них говорили. И, блин, черт возьми, это работает. Я снова записываю этот ролик, хотя мне уже Ария надоела об ней снимать. Уже все вроде сказано, но нет. Тем не менее, это продолжается. Итак, Арию закидали трусами. И это гребаный стыд. Спасибо огромное. Место платное. Да может они рофлят так или типа того. А может быть это намек на то, что вот, ребята, грязные трусы, обсуждайте их. Ну, тоже нормально, кстати. Потому что все мы с вами прекрасно знаем, что настоящих рок-звезд это всегда было в почете и само собой разумеющееся. То есть группа выступает на сцене, девочки их закидывают, но самое главное, когда Ария все это прорабатывала... А, она... заказать типа у Сокола рекламу говниды? Ну, это да, это как бы целевая аудитория относительно, но, бля, Сокол же все-таки это... Я думаю, что он не настолько продажный. Не учла такой момент, ну, немножко там окунуться не в загнется, может быть. Но вот если что-то наподобие, о чем Сокол еще не знает, что как бы это может быть какой-то добрый вечер, тогда да, прикольно было. Немножко окунуться в адекватность и понять, бля, что прозрачная, подстраивать. Прозрачная, вот это, естественно, это все подстроено. Естественно, все эти трусы, это все наигранный номер, да который что? Ария просто, ну, придумал для того, чтобы они говорили. Это не зрительницы пришли и их закидали, потому что... Что делают на Западе? Да, блядь, всегда, они это... нашли просто по приколу какие-то трусы в гримерке, и по приколу сняли видосы, все. Не было посмешищем. Закидывают всегда лифчиками. Никто никогда не кидался трусами, потому что, во-первых, это бред. Что происходит в Арии в голове, я не понимаю. Да, как они можно пошутили было просто придумать просто. Это? Кричали барышни ура, и воздух трусики. В гримерку пришли, нашли там какие-то, блядь, кружевные трусы где-то валявшиеся, и по приколу сняли с ними... Бросали. Потому что... Видос. Сам вообще прецедент вот этой ситуации кидания своих лифчиков на сцену, это именно он и проистекает из того, что девушка, женщина, придя на концерт любимой группы, получает экстаз и самый главный, можно сказать, самое главное поощрение своим любимым артистам, это взять, показать сиськи, снять себя бюстгальтер и в порыве чувств их туда закинуть. Все. Представьте себе ту же такую же ситуацию, когда порыв чувств начинается и там расстегиваются джинсы, вот это все себя начинает снимать, чтобы снять трусы, потом... Да-да-да, только это делает, короче, волосатый толстый мужик, он заходит при этом на сцену и начинает срать там неистово. Ну, такое на некоторых концертах, кстати, бывает. Опять одеть джинсы? Например, Джиджи Аллен, Виконт. Просто. Понятно, что музыканты стоят совершенно новыми трусами, это не предмет женского гардероба, который был сорван в процессе экстаза от группы. Спасибо. Спасибо большое. До встречи на концертах на очереди Егорьевск.
Приходите. Грёбаная стыдоба, я просто не могу об этом. Вот, стыдоба, вот кто это придумал? Просто, друзья мои, об одном таком моменте хочу вам сказать. Если бы это были даже лифчики, я бы все равно записал об этом ролик, потому что это необычно. Мы не на Западе, у нас никто не закидывает рок-звезд лифтонами. Никто не показывает сиськи, аж зря, Кипелов. А жаль, хотелось бы, чтобы это было. Но тем где менее, был Кипелов? С трусами приходите. Сейчас уже нет. Вы можете без трусов. Но додуматься, блин. Сейчас мне... Кипелов отдельно, Ария отдельно. Вместо лифчиков использовать трусы, чтобы показать... Вот-то Стардаст, и же с ними, спасибо. Да. Посмотрел твой видос про Димона Гикарну. Шикарная реакция. Согласен во всем. Чел с Карной подпаляет мне пердак, а мои сестры. Спасибо большое, рад, что я зашло. Тухнет. Десерт. HTTPS. Спасибо большое, да. Ну, собственно, рад был быть льдом для потушения пердака. Будем смотреть скоро. Сейчас, так давай, что вот фанатки нас закидывают, мы такие молодящиеся, прям ребята, которым просто... Нет, неважно, молодой ты или старый, если ты рок-звезда, это убирает с тебя весь возраст, и все прикольно, но... Трусы, блин, себя представляете, вот это вот, ну, как это должно было выглядеть со стороны зрителей, то есть Ария это записала, душнило, выложила этот ролик у себя, это просто гребаный стыд, какой-то старческий маразм, я понимаю, что, может быть, у кого-то там шиза поехала или что-то, но просто вот менеджмент группы подходит к музыкантам, я просто не понимаю, как это произошло, и говорит такой, ребята, вот сейчас мы включаем камеру, вот вам трусы, пожалуйста, вы их будете сейчас держать и что-то рассказывать, что вам закидали, музыканты такие, чего трусы держать, и меняется кадр, и мы видим Житникова с Поповым, и они стоят вот так с трусами, просто, так, вокруг меня начали ездить машины, поэтому не пугаемся лишнего шума, так вот, подходит менеджер музыканту и говорит, сейчас с трусами будешь стоять, он такой, да вы что прикалываетесь, какие трусы, зачем с ними стоять, никто из рок-звезд никогда после концерта, даже если нам на Западе кидают лифчик к ним, он не будет этот лифчик взять и потом стоять в камеру, смотрите, в меня кинули лифчик, я рок-звезда настоящая, блин, это такой гребаный стыд, даже если в тебя кинули лифчик на сцене, ты такой, да, типа там, и, короче, душнило 12 минут, не понял шутку, называется. Девочки, делал, ты его даже не поднимаешь, не надо его поднимать, что происходит у людей в головах? Но понимаете, людям не стыдно со старческим маразмом после гримерки стоять и вот с расправленными трусами стоять вот так вот в камеру и такие вот, смотрите на трусы, блин, это интимное место, которое, сиськи, это такой момент, который, да, ну, нужно показать, никто тебе не будет снимать трусы, типа, о, типа, друзья мои, вот здесь вот, посмотрите, мы вас любим, блин, трусы, это слишком интимный момент, быть может, менеджер Ари не разобрался в вопросе или просто люди немножко тупенькие, потому что, ну, трусы, додуматься до трусов, блин, шкала, то есть им показалось. Блять, я не могу просто, это, ну, прям, ну, больно смотреть, он сидит и... Во всех вот красках смакует собственную тупость такую, блядь. Челики просто, блядь, нашли эти трусы там где-то и ржаку сняли. Кек. Том, что я пришел на концерт любимой группы, а экстаза не выдержал. Подумал, хуй с ним ужином. И потратил говно на закидывание исполнителей. А какая была любимая группа Артемий Л, если не секрет? Спасибо большое за донат. Мало после выступления просто взять, сидеть где-то в гримерке с бокалом какого-нибудь, я не знаю, там, пивка или вина, и показать там столик, на котором там лежит нижнее белье, и сказать, вот, девочки накидали, типа, рок-звезд. Нет, они стоят с расправленными этими трусами вот так вот в камеру. Так. Блин, какое жалкое зрелище, я просто что-то не понимаю в этой жизни. Они не понимают, что они просто выглядят нелепо, это Ария, блин. Всего этого им оказалось мало, и они еще во время выступления повесили эти трусы на микрофон, Попов себе на гитару повесил. Находят. Смотрите, смотрите, у нас трусы. Но и этого оказалось мало. Те короткую запись, которую мы видели, Попов снимает это с гитары, подходит к камере и говорит, смотрите, трусы, и снова стоит. Гребаная старческая маразматика. Я не понимаю, что происходит. Ребята, это какое-то прям... Ну, я не хотел ничего про Арию записывать, но они сами меня заставляют. Я... Ну, то есть, тут есть два смысла. Я, если честно, пока не посмотрел ролик. Я вообще подумал, что Ария запишет видос на тему... Ну что, ребята, вот наши грязные трусы, дорогие блогеры, можете снова в них копаться. Но оказалось, что они просто порофлили на тему того, что вот фанаточки наши нам закидывают. И там огромные такие труханы, такие уже теткины, короче, бабкины, не знаю. Вот, то есть просто очевидный рофл и такой вот кек, прекал. Нормальный, простой и понятный. Мы бы пришли тоже в гримерку условно, нашли бы там труханы, допустим, с любой из моих групп. Мы бы там с Кровавым Рифом или себе это бы сделали когда-то, не знаю, с Глебом даже, типа, там, с МВПД, с любым из составов, такие, вот, давайте запишем, что это, типа, наши фанатки. Ну, то есть тут вот двойной рофл получился, что Сокол буквально копается в трусах, в грязных трусах группы Ария, во-первых. Во-вторых, ну, он опять не понял просто. Это супер тупо, что он реально не...
Не понял. Это не заставляет меня это делать. Пожалуйста, остановитесь. Остановитесь. Не более нелепо, чем в принципе сама Ария. Какой-то сборище сумасшедших. Один стоит с цветами и дубиной. Мужчина с цветами, рок-звезда. Цветы подарили, как я корму. И эти двое стоят с трусами. Причем трусы не какие-то вот эти девушки стройные, да? Там такие шаровары, как будто бабульки, которые хорошо кушают у себя на даче, зафинтили. Трусы хоть женские? Сознание потерять, если тем такое прилетит. То есть у людей ничего не срабатывает, он не прорабатывали вот этот номер, блин, чтобы они говорили, это, так блин. И о банальных личиках бы говорили бы точно так же, я бы тоже записал бы ролик, но меня бы не бомбило. Я сказал, вот, наконец-то, Ария превращается в западных рок-звезд, там вот эти все, я не против всего этого. Сиськи на концерте, вот это вот все, лифчики на сцену, прикольно. Трусы я не против. Надо кидать на сцену. Причем вот эти шаровары. Ну, модик, не признаюсь никогда. Меня бомбит, друзья мои. Ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что у людей либо вкуса нет совершенно, либо они ради пиара готовы просто на что угодно пойти, чтобы вот так вот идиотами стоять с трусами в камере. Вот они просто держат их и на сцене держали, и здесь вот держат. Что дальше? Секрет Викстера. С одной стороны, Ария молодится со всеми вот этими прибаутками и с блогерами, постоянно она на короткой ноге, да, подкидывает нам это, уголька в печку. С другой стороны, постоянно вот этот неадекват. То есть, ну вот, какие-то обзоры на Арию хотелось бы все-таки делать, чтобы они выглядели, ну, со стороны именно похвалы. Чтобы Ария сделала, очебучила, что-то такое, вау, ну, Житников летает на трассах, да, например, вот. Вот это там повод, инфоповод, нифига себе, кто на такое решится, блин, это прям же сильный поступок, да? Какие-то такие вот вещи. Блин, они как то Дубинин материт Житникова просто скотство, то сейчас трусами стоят, это вот эта тройка, цветы, ну, трусы, потом, трусы, на самом прям деле, можно стихи сочинять, и я не знаю, что происходит с группой, друзья мои, и вроде бы Житников еще не совсем старческий маразм, Попов вроде еще молодец, да Дубинин сам крепок еще достаточно выглядит, и видно, что вроде как маразм это не должно быть у человека. Как можно согласиться на такой дебильный шаг менеджмента группы ради каких-то, блин, обзоров на Ютубе? Ну, ради чего это еще сделано? Ну, не всерьез же люди этим занялись. Вот, извините меня. Вот представьте, вы рок-музыкант, у вас группа. И вы согласитесь вот так вот с бабушкиными трусами стоять потом в камеру? Это невыносимо просто смотреть. С трофеями они уедут. Блин, да, ну такой бред это вообще. В общем, мне кажется, подобное решение... Потому что он аргументирует хуйню, которая, ну, блядь... Она явно не имеет отношения к реальности. Все. Это эпический фейл. Напишите в комментариях, что вы думаете. Как вам такой пиар-ход? Я не знаю, что еще больше сказать. С вами был Сокол и Синемагда прибудет с вами. Сила. Всем пока. Ты просто хочешь смотреть реально. Побыстрее отсмотреть, отпотеть и, не знаю, просто... Диз-за тупость. До свидания. Всем спасибо за просмотр, господа. Подписываемся на Моисей Великанов Резерв и на телегу, на ВКонтакте, потому что сейчас с Ютубом не пойми, что творится.